В зоопарке Праги впервые за 80 лет появился на свет слоненок. Правда, посетителям его не показывают, малышу всего 2 недели, и он пока живет в закрытом вольере. Сотрудники зоопарка уже успели изучить характер новорожденного. Слоненок довольно активный и очень любопытный. Гостям его можно будет увидеть не раньше апреля, когда он подрастет и окрепнет. Тогда же в зоопарке объявят конкурс на лучшее имя для маленького питомца и откроют новый павильон для слонов.